Салам алейкум, пацаны! Ну что, новый майский, скажем так, буяхпас, новый инкубатор, наборный инкубатор, новые наборчики, да и много, в принципе, чего интересного вам покажу. Кинуть не буду, просто лайк, подписка, колокольчик, пиши чем в комментариях и просто не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Именно там я раздаю подарочки. Ссылка в описании. Вы все готовы? А я думаю, готовы, потому что я тоже был готов, скажем так, к вашей встрече. Ну, и давайте, наверное, начнем сначала с сердечка каждому вам. Вы же мои крутые ребята, да, дружбаны, сестрички, братишки. В общем, конечно же, не могу я вас оставить без хорошей информации. Информация, конечно же, первая. Это вот такие вот бомбовые наборчики нас ожидают уже совсем скоро. А когда, вы, наверное, скажете сейчас, да? Как думаете, откуда этот набор был? Также получается, наборчики у нас будут в виде вот такого вот рэперского стиля. Довольно-таки тоже неплохой. Да? Все нормально. Что-то меня проглючило. Также получается, у нас на мужской персонаж тоже такой будет бомбовый наборчик. Смотрите, какой он просто сказка, пушка, космос, нереальная просто космическая красота. Какой он просто бомбовый вот вверх особенно. Набор на женский персонаж, кролик, который, наверное, многие уже знают, да? Помимо этого, еще есть на мужской персонаж тоже кролика, друзья мои. Также получается у нас вот такой вот набор синий, возможно даже он совсем скоро выйдет в какое-то событие, потому что очень долго, наверное, нет, очень часто, скажу так, даже так, очень часто его опубликовывают уже зарубежные ютуберы. Это наподобие должен был быть золотой джекпот, скорее всего, вот, точнее, да, золотой джекпот, возможно, скорее всего, будет в следующем сезоне, не знаю, но, по крайней мере, пока у нас тишина. Дальше получается вот такой вот наборчик тоже в виде какого-то, да, там, тоже золотого цвета какого-то, да, тоже, в принципе, наборчик неплохой. Тоже получается наборчик, который, наверное, многие уже получили, да, за достижение, получается, в новом сезоне, то есть он получается у нас вот тут в обменнике. То есть многие, кто забрал, прямо сейчас в комментариях обязательно, друзьям, напишите, кто забрал набор уже, вот он, набор в обменнике. Также получается, помимо набора, конечно же, я вам покажу еще вот такой вот новый наборный инкубатор. Самое главное, тут, конечно же, есть самые такие топовые наборчики. Это, конечно же, вот этот самый такой бомбовый. В комментариях прямо сейчас напишите, какой вам больше всего понравился. Это вид золотого цвета. Такой, да, вот в виде, ну, не знаю, может быть, огонь даже где-то вот проскакивает. Также получается на женский набор тоже есть такой вот, скажем так, наборчик, да, на женский персонаж. Также получается есть такой вот синего цвета, тоже на мужской персонаж, довольно-таки неплохой, ледяной, ну, типа ледяного цвета, да, короче. Также на женский, то есть на каждый персонаж, на женский, на мужской есть одинаковые наборы. Мне больше всего, конечно, понравился больше всего синий. Для меня самый бомбовый синий цвет. Вот также получается сами жетончики обмена, да. Довольно-таки неплохой. Я считаю, что сами наборы, ну, смотрятся вроде неплохо. Вот. Тем более, эти наборчики, они, скорее всего, уже будут добавлены в наш регион совсем скоро. Также получается, у нас будет инкубатор в виде УЗИ, да, на УЗИ будет инкубатор тоже, обалденный новый УЗИшка, тоже каждый из вас может приобрести вот такой вот бомбовый, вот, тоже их будет 3 набора, тоже довольно-таки неплохо. Помимо всего этого, конечно, друзья мои, новый майский буяхпас, который также у нас будет уже доступен в мае, да, покажу вам в быстром темпе, чтобы вас не затягивать слишком, скажем, долго, да. Получается, рюкзаки будете получать, оружие, вот такой вот женский набор будет тоже в мае, тоже, в принципе, неплохо. Также эмоция будет реально очень интересная будет эмоция у этого буях пропуска, сейчас вам покажу, офигенно. Лутбокс после смерти, тук-тук скинчик тоже будет на транспорт, получается, да. Сам мужской курочка, да, будет на мужской персонаж, также набор сам будет тоже на мужской персонаж, довольно-таки тоже неплохие очки у него. Также получается фон, аватарочка, все это, да, присутствует, скинчик на доску также будет. Также получается, еще, повторюсь, граната будет тоже, также в этом буях пропуске, да. Вот, также получается лутбоксы всякие, да, с жетонами. Также сами наборы, любыми будут цветами, да, они будут выглядеть. То есть фиолетовый, голубой, вот, также эффекты при стрельбе, при убийстве, при беге эффекты, да, будут. Скинчик на дробашек.
кинетический, да. И также получается самое интересное, что мне понравилось, это паранг. Паранг реально очень интересный. Без эффектов, но он есть. Также получается рюкзак, мне очень сильно зашел. И эмоция, тоже довольно-таки мне очень сильно понравилась. Эмоция будет вот такая вот. Обалденная, просто пушка. Знаешь, как прикольно? Когда вы будете крутиться, и потом во время кручения вы будете убивать. Также получается все вещи, которые также у нас будут присутствовать. Довольно-таки тоже прикольно. Вот, также, друзья, помимо всего этого, у нас еще есть информация. Информация есть по поводу, где же у нас будут, получается, новые кулаки. С набора эволюции, да, где у нас будут кулаки. Также получается у нас еще новые события, будут за золото, тоже довольно-таки неплохие, тоже хочу вам показать, да, потому что событий довольно-таки реально очень много интересных. Ну и конечно же хочу вам еще показать, многие, наверное, из вас еще, может быть, и не знают, что у нас где появится новый дробаш, зеленый дробаш, да, в каком событии. Тоже вам это все покажу в следующем видеоролике. Новости я вам показал, кстати, кому будет интересно, чтобы я сделал обзор на очень офигенного школьника, который также, он снимает ТикТок, он с Казахстана, вот, получился ролик очень интересный, мы уже записали, если вам интересно, я могу его опубликовать, вот, сделать обзор, ему всего лишь 9 лет, вот, и, кстати, еще есть один видеоролик для вас, где я записал с взрослым дядькой, короче. В общем, роликов много довольно-таки и очень интересных, которые будут впереди вас ожидать, да. Также не забывайте, конечно, про настройки, кому из вас нужны настройки на ваши телефоны. Приобретайте, цены недорогие, в ВК мне пишите, вот, да. Скажем, настроим телефон до идеала, iPhone, Android, без разницы. Также не забывайте, конечно, про гильдию. Айдишник моей гильдии, вот он айдишник. Кидайте также запросы, будем вас рассматривать. Ну и, конечно же, не забывайте, что у нас впереди все только-только начинается. Очень много чего вас впереди ожидает. Новую эволюцию, новые, скажем, коллаборации, много чего интересного. Ну, сегодня ролик у нас вот такого вот характера, плана. Небольшой, но зато познавательный. Да, да. Каждому из вас говорю спасибо, кто досмотрел видеоролик до конца. Вы лучшие, люблю вас и обнимаю. Скоро к вам приду с новым видеороликом. Вы просто пушка. Всем пока. Вы лучшие.